С первыми нотами на холсте появляются первые мазки. Синтез музыки и живописи – уникальное направление в искусстве. Художник и пианист добиваются синхронного исполнения. Владислав Несынов – живописец с мировым именем. Рисует уже более полувека. А вот создавать картины под музыкальный аккомпанемент начал с 1994 года. Работал в оркестровых и органных залах по всей России и за рубежом. По словам художника, каждое выступление – это эффектное шоу. Важно не только показать зрителям красивую картинку, но и донести смысл. Это сначала образ молодого человека влюбленного, образ девушки влюбленной, потом они расстаются, он призван в армию, потом он попадает в Афганистан, потом лицо его меняется, он взрослеет, он начинает приобретать те характеристики мужественного бойца и воина, которые раньше ему были не свойственны в начале либретто, то есть он могуче взрослеет, и идет эмоциональный подъем, естественно, на холсте, когда все начинает закипать, вскипать, музыка тоже нагнетает это все, и в конце появляются цветы, появляются горы, и вот человек, уже зритель определяет, либо он там в горах в Афганистане остался, либо он вернулся, его встретили с цветами. Вот такой либретто. Масляные краски на холст художник наносит руками. Говорит, так картина кажется живой. Чтобы освоить это направление, нужно любить музыку и чувствовать ее темп. С последними аккордами живописец оставляет заключительные мазки. Выставку картин приготовили и ученики детской художественной школы. Все работы связаны одной тематикой – афганская война. Десятилетний конфликт завершился с выводом советских войск под командованием генерал-лейтенанта Бориса Громова. Воины-интернационалисты в то время не дали нарушить южные границы Союза Советских Социалистических Республик, оказали помощь Республике Афганистан. Да, сегодня все изменилось. Изменилось государство, уже нет того государства. Изменились устои, традиции, изменилась символика нашего государства. Но постоянно осталось в нашей душе и в наших сердцах подвиг тех ребят, которые были на той непонятной войне, которые выполняли и выполнили свой служебный долг. Они сделали все зависящее от них. Вот этот героизм, который они проявили, конечно, около 15 тысяч погибло наших военнослужащих. И мы помним их имена. Мы всегда стараемся воспитать и учить нашу молодежь, чтобы они любили свою родину, чтобы они защищали свою родину, если это будет такая необходимость. В преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана общественная организация «Боевое братство» организовала концерт для анапских ветеранов. Поздравить их пришли ученики школ искусств, студенты и местные артисты. В торжественной обстановке ветераны Афганистана были награждены именными грамотами. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.